Это не первый случай, когда грузинская железная дорога принимает участие в интермодальном форуме, который организован Viva Consultum. Мы всегда принимаем участие в таких форумах, потому что считаем, что это самая лучшая платформа для общения, для решения вопросов, которые возникают в коридоре. Мы очень довольны с конференцией в Батуми, которая состоялась в Батуми, так как познакомились очень многие форвардерами, также и значительными участниками цепи, логистической цепи, которая проходит через Черноморский коридор. И надеемся, что после конференции тоже продолжится такая совместная работа над всеми вопросами, которые возникли, и надеемся на самое лучшее в будущем. For us, for Kazakhstan, this forum is an interesting opportunity to showcase to the world our project. This forum organized by Viva Consult is a nice doorstep towards Europe, towards the Caspian logistics community, let's call it, to the Caspian, to the Black Sea community. The audience is spot on, the audience that we are targeting. It's an interesting opportunity for both sides to learn about each other's projects. We had some interesting contacts already. For sure, after this event, we will continue negotiations which started during this event. So for us, it's a very positive experience coming to here. Участие в данном международном транспортном форуме для нашей компании очень важно. С учетом того, что наша компания является дочерней компанией грузинской железной дороги, и мы участвуем во всех логистических и транспортных проектах, которые инициированы или же в которых участвует сама грузинская железная дорога, мы тоже очень непосредственно вовлечены в эти проекты. И участие в данном форуме для нас очень важно, потому что мы находим здесь новых партнеров по тому коридору, который сейчас развивается очень интенсивно, что касается перевозок грузов из Китая в Европу, в частности в Турцию или же в Северную Европу. Мы своей целью развития нашей компании как раз ставим развитие, способствование развитию данных транспортных коридоров, в частности, с участием грузинской железной дороги, и готовы также способствовать налаживанию новых контактов между игроками данного коридора с участием всех с разных стран данного коридора. My impressions for this conference is very positive. I can say it was very professional organized, and I had a lot of very good informations. The new developments in the Black Sea, and so I would like that such conferences could be renewed, continued in the following years, and to follow up the development. Thank you.